мне нравится изучать русский язык, но иногда это очень сложно. И даже если тебя объяснят слова, все равно можно забыться. Например, что означает лезть на рожон? Лезть на рожон. Предпринимать что-либо рискованное и опасное, заранее обреченное на неудачу. Рожон – это старинное русское слово. Раньше им называли охотничий кол. При охоте на медведя использовали охотничий рожон. Это широкий нож, укрепленный на длинной палке. Медведь бежал на охотника, натыкался на рожон и погибал. Сегодня мы используем этот фразеологизм, когда совершаем какие-то необдуманные поступки, необдуманные рискованные действия, которые, как правило, заканчиваются плачевно. И на моем языке это звучит так же «абдуб иля кармихи».